Вы сказали, что «Записки из подполья» омерзительная книга. Это недовольство вашей личностью самого Достоевского? Да нет, что, конечно, нет. Это недовольство чудовищным принципом, который лежит в основе книги. Наслаждение унижением, экстаз падения. Но сам Достоевский, я думаю, он знал это в себе, опять-таки, но сам он благополучно глушил эти импульсы. Может быть, кстати, он их гасил вот этим замечательным способом сочинительством. Он переводил это в разряд как бы творческих мечтаний. А если бы он действовал так, то, боже упаси. Но для нас же, понимаете, для людей пишущих, по крайней мере, для большинства их, пардон, я впущу ломящегося, ломящийся впущен. Это я к тому, что для большинства из нас, я думаю, если бы мы позволяли себе обходиться без литературы и в жизни бы это все проживали, то, конечно, мы были бы чудовищами. А так литература дает нам такой, если угодно, прекрасный отводной канал. Поэтому, скажем, на детей мы не орем. Наше внутреннее «я» успевает наорать на всех в литературе. Да, конечно. Да, несомненно, сейчас ты будешь отпущен. Вот. Это просто ребенок всегда приходит очень вовремя, ровно в тот момент, когда начинаешь говорить о чем-то человеческом, приятном, там, важном, каким-то сверхчувственным, интуитивным познанием, он догадывается. Хорошо, беги к маме, ради бога, никто тебя не удержит. Так вот, ну это просто он, когда меня долго не видит, ему надо удостовериться, что я неподалеку.